Слово-то хоть это знаете? Конечно, знаю. Чего, конечно. А как это называется? Молодой человек. Вы за или против? Скажите честно. Вы за или против? Молодой человек. Вы за то, чтобы власть была несменяема? Вы за то, чтобы не было... Вы за то, чтобы не было... Про кого говоришь сейчас? Про вас говорю. Вы когда уйдете в отставку? Какого перепуга? Ты когда уйдешь? А ты ладно, день на день. Я отсюда никогда не уйду. И я никогда не уйду. Ждать, когда и я никогда. Я буду ждать, когда ты уйдешь. Вы ждете, пока вас свыше кто-то уберет. А вы лучше сами уйдете. Уйдите лучше сами. Как ваша фамилия? Меня зовут Данил. Очень приятно. Мне неприятно с вами общаться, честно говоря. Вам бы лучше уйти просто. Уйти.